Внимание, внимание! Наши микрофоны установлены на импровизированном футбольном поле, которое расположилось в самом центре города. В день старта 21-го чемпионата мира по футболу футбольный клуб «Армавир» принял участие в открытии городской выставки «Футбол. История и кумиры». Церемония получилась под стать событию. Яркие выступления и футбольные мастер-классы буквально приковывали взоры зрителей. А приветственные слова гостей были встречены аплодисментами. И право сделать первый удар по мячу предоставляется почетному гражданину города Армавир Николаю Ивановичу Титову. Сегодня это событие для всех мальчишек. Не только нашего города, но и всей страны. Мы будем болеть за наших мастеров и думаем, что наше болеть, то, что мы будем болеть, это принесет победу нашей сборной. Я хочу сказать, что город Армавир – это футбольный город. И я сегодня хочу сказать, что мы благодарны всей нашей футбольной команде Армавир, которая вышла на очередной этап футбольной национальной лиги. Я думаю, что мы все будем болеть и за нашу футбольную команду города Армавир. И я всех сегодня поздравляю с большим праздником, праздником футбола, успеха нашей сборной. Россия, вперед! Среди приглашенных гостей был президент футбольного клуба «Армавир» Валентин Клинко. Очень приятно, что город Армавир не отличается от любых других городов, от наших крупных городов, от столиц. У нас есть прекрасная городская команда, есть школа, которая развивается, и я очень надеюсь, что вместе с клубом будет шагать семимильными шагами, поставленным задачам. Я хочу сказать спасибо городу за развитие футбола, за то, что город обращает внимание на то, что футбол – это мечта миллионов. Это каждодневный труд, каждодневная работа. Спасибо администрации города, спасибо Думе городской за то, что обращают на это внимание. Большое спасибо жителям города, что приходят и поддерживают клуб, когда проигрывает он. Футбол без поражений не бывает. Всегда рядом с клубом, когда клуб выигрывает. Спасибо большое, что ветераны футбольного клуба не забывают дорогу на стадион. Спасибо акционерам, что дают развивать в городе футбол посредством строительства стадионов, футбольных полей, освещения и многого-многого другого. Спасибо вам, дорогие горожане, за то, что всегда рядом с нами. И приятного просмотра чемпионата мира по футболу. После красочного приветствия всех пригласили пройти в зал, где представлена экспозиция, содержащая веки истории не только городского и отечественного, но и мирового футбола. Цель выставки, безусловно, мы понимаем с вами, что она очевидна. Мы должны привлечь внимание, во-первых, к здоровому образу жизни подрастающего поколения. Ну, а самое главное, это то, что у нас в России проводится такое знаковое событие, как чемпионат мира по футболу. Это колоссальное событие, которое вообще только можно себе представить. И мы действительно рассматриваем это не только как спортивное событие, а в первую очередь как событие, которое объединяет весь наш народ. Наш город должен быть первым во всем. И я уверена, что наша команда городская будет расти и завоевывать новые вершины. Помимо фотографий, значков и вымпелов, в зале также были представлены кубки, завоеванные футбольным клубом «Армавир» в разные годы. Отметим, что сфотографироваться с клубными трофеями можно было только сегодня. Этой уникальной возможностью и воспользовались преданные болельщики нашего клуба.